А во дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске стартовал третий международный турнир по греко-римской борьбе среди юниоров. Посвящен он памяти видного общественного и политического деятеля Суроката Асиатилова. В течение 3 дней обладатели 10 комплектов наград определяют 133 спортсмена, в их числе 34 спортсмена команды Дагестана. В соревнованиях принимают участие 27 команд, 25 представляют регионы России, еще 2 дружины из Беларуси и Эстонии. Качество борьбы на высоком уровне, потому что борются в основном первые номера сборной России, также первые номера сборной Белоруссии, поэтому здесь борьба очень качественная, зрелищная. И в целом турнир проходит достаточно комфортно, спокойно.